От привычной библиотеки здесь, пожалуй, только книги. Пространство организовано таким образом, что напоминает больше, как это модно говорить, лофт. Однако по-прежнему остается книгохранилищем. А чтобы сдать или получить необходимую литературу на руки, теперь не обязательно обращаться к библиотекарю. За него все сделает вот этот ультрасовременный аппарат. Положили, причем не надо класть по одной книге, можно положить сразу стопочкой. Вставляем читательский билет. Выбираем личный кабинет. Выберите действие. Мы берем книги. Положите книги на пол. Все, пожалуйста, все три книги. Нажмите «Взять». Я их беру. Так называемая модельная библиотека поделена на несколько зон. Здесь есть изо-студия с мольбертами, фото- и видеостудия, зона VR и даже коворкинг для работающих на фрилансе. При входе в библиотеку расположилось небольшое кафе, где можно взять кофе и печенье. Библиотека очень тяжело ее назвать. Она, наверное, все-таки какой-то клуб по интересам получился. Помимо библиотеки здесь можно найти занятия на любой возраст. Я так думаю, что это начиная, наверное, от 5 лет и до бесконечности, люди сами будут приходить и заниматься тем, чем они хотят. Мы посмотрели шикарное интерактивное оборудование. Честно говоря, я сам такое впервые видел, если честно. Наверное, все-таки это правильно. 21 век, и у нас химки все время впереди планеты всей. Кроме того, все желающие посетители смогут начать изучать иностранные языки. Преподавать их будут совершенно бесплатно. Мы всегда отталкиваемся от жителей. Если у жителей здесь есть, которые хотят изучать иностранные языки, в том числе арабский, то здесь есть арабский язык. И вот эти поступательные шаги друг к другу нас приведут к успешным проектам. И огромное спасибо Министерству культуры федеральному, потому что действительно вот эти проекты гениальные, библиотеки модельные, Пушкинская карта, они очень востребованы. Без исключений, все, что сегодня есть в здании Центральной библиотеки, подобрано специально для химчан – детей, студентов, взрослого населения. Я нигде не видела того, что я увидела сегодня в своих родных Химках, в своем городе. И это здорово, это замечательно. И это здорово, что, создавая эту библиотеку, мы учитывали и запросы граждан, и мы учитывали то, насколько это будет востребовано теми, кто живет именно здесь. В Химках уверены, разнообразив досуг в стенах библиотеки, интерес к литературе не спадет, напротив, вырастет. Это и есть главная задача модернизации читального зала. Все развивается, все движется вперед, поэтому мы должны этому времени соответствовать. Действительно очень приятно, что в этом старинном помещении, в этом уникальнейшем доме продолжилась жизнь этой библиотеки. Она стала современной. Вот я даже помню наши первые встречи, когда жители спрашивали, а сохранится ли лепнина историческая на этих потолках. И действительно все было сделано, чтобы именно это сохранилось. Я уверена, что жители этого дома, они благодарны за сохранение вот этой идеи, этой библиотеки, и в нее вдохнули новую жизнь. Концептуально изменили библиотеку и придали ей новый облик в рамках масштабного национального проекта «Культура». На сегодняшний день в Московской области обновили уже 10 книгохранилищ. Еще важно, что действительно сейчас могут приходить и молодежь, средний возраст, жители старшего возраста, все те, кто хочет сегодня приобщиться, к не только взять книжку с полки. Вход бесплатный, прийти может каждый житель. Это центр города, всем удобно. На сегодняшний день в Химках уже 2 читальных зала переоборудованы по всем современным стандартам. Центральная библиотека и библиохолл останавливаться на этом не планируют.